Привет, мои дорогие друзья! Сейчас в преддверии великого праздника Дня Победы мы разучим с вами великолепнейшую композицию «Алёша». Сейчас я вам сыграю на баяне, и дальше мы приступим разучивать. Итак, основная тональность у нас фа диез минор. При ключе стоят три знака: фа диез, до, соль диез. Я вам показываю сейчас правую руку одним пальцем. Поехали! Теперь добавляем левую руку. Пас. Основная тональность фа диез минор. Начинаем от фа. Размер 6 восьмых. У нас будет здесь такой метр. Советую сначала порепетировать отдельно бас. Ну, поехали. Сейчас, мои дорогие друзья, я вам покажу второй вариант, как можно исполнять левую руку. Это бас. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч!